дубки. Уважаемые пассажиры, в связи с внесением изменений в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях с 27 июня 2011 года за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в наземном городском пассажирском транспорте установлен штраф в размере 1000 рублей. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Керамический проезд. Следующая остановка – торговый комплекс. Уважаемые пассажиры, во избежание травм во время движения держитесь за поручень.